Досрочные выборы в Турции пройдут в июне. Президентские и парламентские выборы в Турции должны были состояться в ноябре 2019 года, но оппозиция настаивала на дате 26 августа текущего года. Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 18 апреля. О соответствующем решении Эрдоган объявил после встречи с Девлетом Бахчели, лидером оппозиционной партии националистического движения, который призывал провести досрочные выборы 26 августа. Изначально выборы планировали провести в ноябре 2019 года. Эрдоган отметил, что в стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным. «Мы обсудили предложение госпожи Бахчели и решили положительно подойти к принятию решения о досрочных выборах. Мы решили провести выборы 24 июня 2018 года», — сказал Эрдоган. Он отметил, что военная операция в Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят Турцию перед необходимостью принять меры по устранению политической неопределенности. Накануне в Турции еще на 3 месяца продлили режим чрезвычайного положения. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.